Эгегей! Всем привет, дорогие друзья! Здрасте, здрасте. И в общем-то, сегодня на серии опять построечек. Вы все ждали, вы все просили. Говорите, а еще построечки. Я сейчас опять буду головой мотать под твои слова. Короче, пока мама мотает головой, мама мотай головой. Вы прям сейчас, знаете что, всего лишь один лайк на это видео влепляйте. А подписочку прожимайте. Ма, да. Колокольчик проставляйте и комментик написайте. Да, в общем, комментик. Знаете что? Напишите любой ужастик, который вам нравился. Герой из ужастика. Может, который вас испугал или как-то на вас повлиял. Ма, расскажи какой-нибудь случай из жизни. Из жизни? Ну, меня напугал, короче, ужастик. Я раньше боялась фильм «Звонок». Короче, там такая вылезает девчонка с длинными волосами из колодца. Мой, из колодца. Там еще и с телевизора мемы стали. Да. А у меня Цзой. Мой Цзой. Здравствуйте, дорогие друзья. Ставьте лайк, пишите в комментусик. Ну, а мы начинаем. У нас сегодня битва сиреноголового. Надо построить за одну минуту, ма. За пять минут. И за 10 минут. А, ты в креативе. Да это изи, серийку-то построить. Я готова. Просто, знаете что? Чисто ма, короче, сейчас она говорит, это изи, а в конце построила пришельца с планеты жопы. 10 секунд у нас первая? Ма, одна минута. Ма, 10 секунд. Ма, 10 секунд. Не-не-не-не-не, одна минута. Ма, все, давай, 10 секунд. Нет, никаких 10 секунд, я вообще не успею построить. Все отлично, вас запускаем 10 секунд. Время ты пошло. Серьезно? Да нет, шучу. Капец. Ма, смотрите. Знаете, ма, вот так легко развести вообще. Вот. Так, давай. Так, давай. Раз, два, три. Время пошло, ма. Так, так, так. Ой, быстро, быстро. Мат, так, 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 минута, у нас всего минута. Так, строим. Друзья, прикиньте, там ма, короче, если успеет. А зачем он там, блин, у меня ручки трясутся, ножки трясутся, вон, ма трясется, это хорошо, друзья, это просто замечательно. Так, сколько, о, 10 секунд остается. Ты чё врёшь? Нет, 10 секунд 40. Так, вообще 30. Так, блин, у меня тут неправильно. Блин, так. Ничего там ма размахнула, я просто вижу там что-то боковым зрением. Она там вообще фигачит, так. Так, у него вроде бы рот такой страшный должен быть. Ма, у него это сирен на голове. Ну, у него же есть рот, и у него есть сирен. Так, все, быстро, быстро. 7 секунд, 7 секунд. Нет. Нет. Так. Ма, все. Ладно, даю еще. Стоп, игра. Стоп. Все, что ты там строишь? Ну, все. Ма, ну как? Друзья, я ожидал все просто увидеть, но только не это. Что это? Это я говорю, это ма, это пришелец с планеты жопа. Ну, согласна. А че, Серенька, разве не пришелец с планеты жопа? Ма, нет. Да, пришелец. А у тебя что? Вот что это такое? Ма, вот две сирены. Ходячая кекешка с мантузом. Ма. Вместо рук. Ма. А что это у тебя вообще было на голове? Вот это что вообще? Ну, это вообще-то должны были вот эти вот сиреньки быть. А это что, это рот, что ли? Да, это рот, зубы. Так у него не так было, ма. У него рот был в сиренах. Ну да, но в сиренах-то были зубы. Так а зубы должны быть сбоку, вот здесь и вот здесь. Вот. Ну, там же три сирены, вот одна, я не успела две последние. А, ма, вообще две у него сирены. Ну, вообще, может, сирен хоть сколько быть? Вот. Знаешь, что сделать три? Ну, красивый же, между прочим. Ма, факелы ставлю, ма, забор, короче, ма, на превью пойдет. Все, отлично. Все, отлично. Это, знаете, где на превью будет самая фиговая постройка, это вот этот будет. Сейчас возьму на вооружение у тебя вот эти штучки. Ма, слышь, мышь. А шо? Ну, я вот этот вот искала что-то похожее, не нашла, сейчас нашла. Ну-ка, я сейчас кое-что проверю. О, смотрите, кстати. Так, все, ладно, на вооружение тоже взяли. О! Ма, ну-ка! Тоже возьму. Ма, нельзя на вооружение. Вообще, все, у нас теперь следующая построечка. Давай вот тут. Вот здесь. Так. 5 минут, да? Ма, 5 минут, короче, ма. Так, сейчас я на таймере прям ставлю 5 минут, все. Ма, ты готов? Время... Ма, шучу. Да ты давай уже. Видела, она такая дернулась. Ма, время!
Мо. Иди давай. Мо. Так, запускай. Раз, два, три. Время пошло, мо. Так, все, начинаем строить, друзья. Ма что-то напевает. Ма, у тебя что, настроение хорошее? Нет. Ма, как говорится, тебе его испортить? Нет. Смотрите, так все, мы строим, ломаем, вот так, продолжаем. Так, сиденья у меня сейчас будут. Так, сейчас будем командами пользоваться. Какими командами? А, да ладно, шучу. Так, все, друзья. Мне нужно референс посмотреть, я уж забыла. Кого? Референс. Мочи такое, подписчики не знают, я тоже. Ну, так, короче, изначальное изображение персонажа или чего-нибудь. Нашу операцию, конечно. Ма, я что-то не понимаю, ты что, там умные слова в гугле, что ли, загуглила? Да или... нет! Смотрите, ма подумную косит, короче. Ма, ты что подумную косит? Ну ладно, больше не буду. Ма. Чисто, смотрите, друзья, да, подумную косит, типа рейка. Я большую часть времени я гашу. Ма, большую часть... Ма, большую часть времени ты это, тиктоки смотришь. Ма, кстати, тиктоки смотришь, знали, нет? Ребят, я смотрю тиктоки, но не прям большую часть времени, но один раз, честно говоря, залипла на 2 часа в тиктоке. И, короче, до сих пор она в тиктоке. И не разлипла. И не разлипла, короче, до сих пор. Не, это вообще, говорю, прикинь, тебя залипает. А вы залипаете? Интересно, напишите в комментариях. Уи-у. Ма, что это у тебя там за кикешка с планеты опять? Чего ты оскорбляешь моего Сиренхеда? Ма, потому что я могу. Не можешь. Ма, я могу. Нет. Ма, да. Так, вот. Нет. Так. Ма, да. О. Так. Чё там? Ну-ка, что он там делает? О, ладно, хорошо. Ма, что ты подсматриваешь? Смотрите, за мной копирует. Ма, ты чё? Не, я хотела талию ему сделать. Мо, что такое говоришь вообще? Так, здесь вот, друзья, вот такая будет у нас штукенция вообще. Так, сколько по таймингу там? Чё по времени? Сколько там прошло? Ма, 1 минута осталась. Ты не ври ты мне, ты чё ты? Ма, ты чё, чувствуешь время, что ли? Ну, конечно, еще 3 минуты, наверное. Ма, 2,5. Ну, почти, смотрите, отгадывает. Ма, что-то не обманешь. Если раньше, знаете, ма велась, короче, сейчас она уже не ведется. Все, меня не обманешь. Короче. Как говорится, ма повзрослела, постарела, помудрела. Начала чувствовать время, как оно уходит сквозь пальцы. Ма, да, время, это биологические часы-то капают, ма. Да, часики-то тикают. Тикают. Все уже, все не молоды давно. Сейчас ма плакать начнет, осторожней. Нет, я уже смирилась. Смирилась. Короче, друзья, сначала, знаете, сначала, ну вам это еще рано, но это, сначала вы, короче, это, негодуете, потом смиряетесь, потом принимаете. Чего ты мне тут рассказываешь? Мне еще рано смиряться, примиряться. Ма, круто? Ну чё, как там у тебя Сиренхед твой? Ма, да, замечательно поживает. О! Ма, ты вообще в шоке будешь. Я-то такое строю? Чего? Я очень крутую штуку строю. Ну-ка, да. Закеш? Ма, нет. Ой, сколько? 1 минута осталось. Так, все, друзья, переходим, короче, к нашим антеннам. Так. Ой, точно, там же еще антенны. Так. Ма, все. Ма, короче, стой, покину. Стой, какая, сколько там еще? Ровно минута, короче, друзья. Погнали, все. На финишной прямой, короче. Вот, блинский блин. Я не знаю, что-то. Шоцы я делаю такие. Непонятно. Ма, непонятно. Так. Ой, а сколько там? Блин, у меня таймер, короче, пропал. Я не вижу, сколько у меня секунд. Ма, страшно. Вдруг там уже... Всё, ну чё, сколько? Так я не вижу, ма, таймер пропал. Но он же должен попищать, да? Ну он должен, да, но я не вижу сколько, чтобы ускориться или... Так. Блин. А, кнопки. Ма, это кнопки. Оп. Вот так. Я думаю, там секунд 10 осталось. Ма, сейчас запищит, я вот прям чувствую, Так. Я просто не могу отвлечься. Так. Так. Я готова. Маг, как? Вот так. Так. Смотрите-ка, не пищит. Ма, не пищит, а я тебя обманул, ма. Ха-ха, там еще 2 минуты. Ты врешь, не 2 минуты там. Так. Чё он не пищит?
Ма, не знаю, сейчас посмотрю. Я уже остановилась специально. Сейчас смотрю, так, ну-ка, что там? А, все, он пропищал, ма, мне что-то это... Ма, тогда все. Ма, смотрим. Ну, что сказать, ну, что сказать. Ма, ну, красавчик, смотри. А у меня? А у тебя? Ма, просто как, какая-то кикешечная станция. Ма, что это вообще, смотрите, пасть сделала. Ну, похоже же. Короче, смотрите, это, короче, голова нормального человека, а это курильщика. Ты что, гонишь, что ли? Ма, я не гоню. Он просто жуткий, я пыталась его сделать максимально страшным. Ма. Во, ну он страшный, ну как твоя жизнь. Вот видишь, мне получилось. Мам, мне страшно. Мам, не надо, пожалуйста. У меня какие-то нереально мутанты какие-то. Смотрите, просто у Ма... Выращенные где-то в лаборатории. Знаете, у Мака вот, знаете, какое-то искаженное это, создание. Смотрите, здесь такие, типа, сиреноголовые еще будет. И тут просто такая скримота, короче. Просто посмотрите. Скримота! Как? Да, блин, нормально все. Я их так вижу. Ма, с тобой все хорошо. Отстань. Люночка, у меня они намного жутче. У тебя какие-то деревенские эти твои сиренхеды. Вообще не страшные, а у меня просто какие-то, знаешь, постапокалиптические. Ма, у тебя вообще скримота, короче, очень жесткая. Ты это антиутопия, все, не мешай мне. Короче, Ма, ладно, сейчас будем 10 минут, короче, Ма, строить. Так, ну что, друзья, заводим таймер на 10 минут. Ма, теперь мы за стеночкой, смотри, чтобы не подвигал. Сделай, чтобы пропикал. Ма, я сделаю, все, Ма, я сделали. Все, Ма, раз, два, три, погнали! Включаем микрофон. Короче, да, друзья, все. Как вы, наверное, догадались, не может быть серия без троллинга, мы должны затроллить Ма. Мы сейчас незаметненько, короче, он там строит, да? Мы сейчас незаметненько просто улетаем. Оп. В ту сторону... У меня, оп, потому так. Что в той стороне подготовлена статуя заранее сиреноголового. И мы ее просто скопируем, а Ма офигеет. Короче, вот она, смотрите. Че за куриные лапки я строю? Так, так, ладно. Включаем микрофон. Ма, ну как? Ну, я стараюсь. Ма, старайся лучше, пожалуйста. Это, конечно, не говорит о том, что получится идеально. Но... Ма, это вообще об этом не говорит. Если на то пошло, так. Так. Ма, ну как? Нормально, пока. Я думал, ты скажешь, Ма, никак. Пока, да. Так. Пока что-то да выходит. Выключаю микрофон. Все, друзья, мы его скопировали. Летим быстрее обратно, чтобы его там вставить. Вот Ма офигеет. Ого, смотри, там какие-то ноги построила утинские. Смотрите, опять криповый из бедрока какого-то вообще. Так, включаем микрофон. Ма, ну шо? Нормально, строим. Сажаем. Вот так. Продолжаем. Так, по-моему, у сиреньки была талия, да? Маталия. Талия. Ма, давай, так. Выключаем микрофон. О. Смотрите. Утка какая-то получается. Смотрите, Женя, просто... какая-то утка получается. Включаем микрофон. Маш, что у тебя там за утиные истории? Утки! Черные утки! Ма, я... Ой, подожди. А, блин, я не знаю. Ну-ка, я сейчас, может, найду, короче. Ну-ка. Ма, я... Короче, пока Ма строит, я короче, смотрю на Ма, друзья. Давайте... Оп. И хочется так, попробовать. Я хочу максимально проработать сирены. Ма, прорабатывай. Сиренхед. Так. Так. Так, Ма, так. О, уже неплохо. Сейчас побольше сделаю, побачу, чтоб прям орал на весь двор. Ба. Чего ты там уток включаешь? Чё ты выключаешь свою песню? Слушайте, это Ма поёт. Ма. Это чё? Ма, это ты. Это я? Ну да. Я уже не пою! Ма, я нашёл.
Ой, ма, привет, а чё ты тут стоишь? Это чё? Ты уже построил, что ли? Ма, ну да. Я где-то строю, значит, сажаю, потом этим не соображаю боковым зрением. Ма, ну... Чё это? Ой, ма, сейчас как раз и время кончится. Так, выключаю микрофон, сейчас быстренько таймер поставим. В смысле? У нас должно быть много времени. Ма, время ты вышло как раз. Ма, ну как раз. Ты меня отвлекал моей песенкой, ты что, офигел? Утки! Ма, раздражайся. Я не достроила. Ма, ну значит, Ма, смотри, какой серьезный, Ма, смотри, какой гигантский, между прочим, Ма. Рот такой, это, ну как, Ма? Ты проработал, ему даже глотку проработал. Ма, все проработано. Особенно моглотки. Да как так? Ма, так! Ты не мог это сделать! Ма, я смог! Я только на секундочку отвернулась! Ма, ну так всегда в жизни, на секундочку отвернулся и уже старый... Ты что, балдел? А я? Ма, ты? А твой? Я же считала в голове, не могла пройти 10 минут, прошло минуты 3. Ма, ну трек слушали, так, ты слышала вообще трек? Это вообще, прикиньте... Он идет одну минуту! Ма, не прав... Кстати, друзья, этому треку 3 года или 4, прикиньте? 2,5. Ма, что ты как говоришь? Ма, ну круто? Ну, и у... Ты не мог. Ма, я смог. Нет, мне не нравится. Мне нравится больше мой постапокалиптический. Просто посмотрите на это. Ну, в принципе, если бабы... Я считаю, это шедевр всех шедевров. Вот это. Короче, друзья... Это, ну, как вам сказать? Если мама теория достроила... Вот это незаконченный шедевр должен был быть. Это был, должен был быть ма, шедевр. Так, так, смотрите просто. Итак, проводим, короче, аналитику. Смотрите, здесь типа эволюция такой, такой. И вот такой, здесь. Пам, знаете, такая. Тара-та-тан-та-тан. Здесь вообще лестница в небо. Чё-то ничего, вообще все прекрасно. Тара-та-тан, такой серьезно. Это не закончено, ты мне не дал его закончить. Я уже тут это, у меня в мыслях все было идеально. Ма, так получается, смотри, незаконченные работы порой мы продаются за миллионы. Сейчас давайте такой, да, я это так и хотела. Все, ребят, ваши ставки давайте, кто за сколько готов купить. Итак, данные господа, значит, наши дорогие подписчики, кто готов... Да, торги начались. Кто готов, короче, купить вот это шедевр Ма? Назначайте свою цену в комментариях и старайтесь друг друга перебить в комментариях. Начальная цена 1 рубль, давай. Начальная цена 1 рубль. Кто больше, пишите в комментариях. Ну, а мы ставим, значит, лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. Пишите свою любому цену. Любому кто-нибудь сатыгу зарядит, я отвечаю. Ма, ну вот мы и проверим. Пишите, если вы видите, кто-то там пишет комментарий, под его комментарием прям пишите. Я предлагаю больше, ставки повышаются. Всем пока. О, все, давайте, я жду прям. Все, всем пока. Аукцион запускается. Невиданной щедрости.